Sure. All right. Дамы и господа, спасибо. Уважаемый премьер-министр, отрадно быть здесь, для меня это большая честь. Спасибо, Владимир, за то, что вы нас всех здесь собрали. Ну, всегда особая привилегия находиться здесь. Я хочу почтить память Егора Гайдара, вспомнить о его вкладе. Речь идет о времени, когда Россия многим гордилась в том, что касается экономики. Ситуация сегодня в России — это ситуация неоднозначная, неоднородная. Кризиса здесь нет. Безработица, бюджетный дефицит и уровень бедности. Ну, с удовольствием США поменялись бы с вами этими показателями. В Европе тоже показатели не такие. Ну и кризис здесь, очевидно, у них. Доход на душу населения в этой стране и паритет покупательной способности где-то 20-24 тысячи долларов. Ну, это в два раза больше Китая, отмечает значительный рост за последние 20 лет. Это значительные достижения. И базовая идея, которая, как мне кажется, важна, в 91-м году, когда я впервые встретился с Егором Гайдаром, сводилось к тому, что в этой стране может развиваться нормальная экономика, иметь место финансовая стабильность, рыночный обменный курс. Это все было сделано, и я думаю, что это отрадно отметить. Но здесь будет проходить Олимпиада, конечно же, это великолепно. Ну и плюс у нас будет возможность сказать спасибо России за важную инициативу в том, что касается внешней политики, прежде всего это Сирия, что сделало возможным найти путь к миру. Это бы не произошло, если бы не инициатива президента Путина по Сирии. Была остановлена эскалация насилия. Я думаю, что для России хорошие времена сегодня, и мне отрадно все это отмечать. Я всегда надеялся на это, я всегда в это верил. Поэтому 3 минуты отниму вашего времени и скажу несколько слов о будущем. Времени мало, я знаю. Я считаю, что ситуация в мире благоприятна, сравнима с ситуацией в России во многих смыслах. В мире не хватает ресурсов, а в России ресурсов достаточно, в изобилии. Это хорошая комбинация. У вас есть земля для того, чтобы производить пищу, что нужно миру. У вас есть газ, который нужен, в чем нуждается экономика мира. Это очень важно. И я думаю, что роль России будет увеличиваться в будущем. Теперь, Китай. Что значит Китай для России? Две вещи. Прежде всего, это важный, чрезвычайно важный рынок. Когда Россия начнет продавать газ в Китай, это станет очевидным. Плюс это значит и то, что Евразия становится более интегрированной, а это также играет на руку России. Демография, с моей точки зрения, в отношении России характеризуется стабильностью, но есть определенный спад. Это также в мире, это также играет на руку России. Я не считаю, что быстрый рост народа населения хорошо для экономики. Я думаю, что 7,2 миллиарда человек скоро вырастут до 8 миллиарда, есть прогнозы 9 миллиардов. 11 миллиардов, это трагично для мира, это трагично для мира. Стабильность народа населения, в росте народа населения, это хорошо, это значит, что у нас не будет хронического кризиса занятости, массивного инфраструктурного спроса. То есть речь идет о том, что вы сможете ваше внимание уделять качеству обучения, инфраструктуры, модернизации, а не просто количественным показателям.
Россия будет играть очень важную роль и в том, что касается климатического кризиса. Ричел говорил об этом. Но наиболее важную роль, с моей точки зрения, Россия будет играть вот где. Если Россия сможет продавать природный газ масштабно, если Россия сможет продавать атомную энергию, и если Россия сможет оставлять свой уголь в недрах, и то же самое сделает Китай и США, то тогда мы добьемся климатической стабилизации. Уголь – самая серьезная проблема. Атомная энергия и газ – это решение. У России в руках два решения. А это означает, что Россия сможет играть весьма конструктивную роль в том, что касается климатической стабилизации и устойчивой энергосистемы в будущем. Что потребуется от России для продвижения вперед в том, что касается экономики? Как я уже сказал, ситуация достаточно хорошая с точки зрения мировых стандартов. Но для того, чтобы добиться прогресса, который хочет Россия, мне кажется совершенно очевидно то, что России необходимо, помимо успехов в том, что касается ресурсной базы, необходимо добиться новых успехов в том, что касается промышленности. В 21 веке промышленность – это прежде всего ИКТ, информационные технологии, которые затронут все сектора промышленности. Россия может быть мировым лидером в том, что касается космоса, авиации, быстрой железной дороги, атомной энергетики, робототехники и тяжелого машиностроения. Если Россия преуспеет в этих отраслях и добавит к этому успехи в ресурсных секторах, ограничений не будет в том, чего сможет добиться Россия. И развивая эти отрасли, которые пострадали в течение переходного периода. Почему? Потому что они основывались на технологии, которые не были встроены в всемирную технологическую систему. Сейчас же это ушло в прошлое. Сейчас Россия становится комплексным лидером в таком секторе, как энергетика, космос, и здесь открываются новые перспективы. То есть можно добиться здесь значительного прогресса, нового уровня прогресса в этой стране. Я оптимист. Я считаю, что у вас ситуация хорошая. Я многие страны в мире посетил, и ваша ситуация по сравнению со многими другими странами выглядит безоблачно. И отрадно отметить то, что Россия играет очень важную роль стабилизатора, стабилизующую роль в том, что касается решения кризисных ситуаций в других частях мира. Спасибо. Большое спасибо.